Здравствуйте. Новости на канале Хабар. В студии Жанна Сейтхан. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. Пожар на территории Бахтинского лесничества Каркаралинского государственного национального природного парка пока не удалось ликвидировать. На сегодняшний день общая площадь возгорания достигла почти 2800 гектаров. Из них почти 2000 горит на территории Государственного лесного фонда. Здесь объявлен режим ЧС. Огонь тушит 301 человек, задействованы 36 единиц спецтехники. На месте пожара работают два вертолета КАЗа авиалесоохраны. Сегодня в 8 часов утра с Восточно-Кыргызстанской области направлен на тушение пожара вертолет первого класса Ми-8 КАЗа авиалесоохраны. На данный момент пожар действует. Фронт пожара составляет 3 километра. С начала года в стране зафиксировано 495 случаев лесных пожаров общей площадью около 63 тысяч гектаров. В целом пожароопасный период продлится по ноябрь месяц. В основном возгорание происходит в южных, восточном и центральном регионах. В этом году количество площади, охваченной огнем, значительно возросло. Многие люди не соблюдают технику пожароопасной безопасности, в том числе. Сейчас, вы сами знаете, уже начали сельхозпалы. Во время сельхозпалов сельскохозяйственные техники тоже должны соблюдать технику пожароопасной безопасности. При работе эти техники выделяют искры, и, соответственно, эти искры со степного пожара переходят на лес. Сейчас по Казахстане стоит 4-й и 5-й класс пожароопасности в связи с жаркой погодой. В трех национальных парках страны будут развивать экотуризм. Пилотные проекты будут реализованы в природном парке Кульцай-Кульдеры или Алатауском и Чарынском заповедниках. Развитие экотуризма может и должно стать еще одной туристической изюминкой Казахстана. Так считают в Министерстве культуры и спорта и в национальной компании «Казахтуризм», которые, собственно, и подписали документ об этом. Реализация программы позволит почти в 3 раза увеличить поток туристов к 2025 году до 3 400 000 человек. Привлечь порядка 100 миллиардов тенге инвестиций и создать 20 тысяч новых рабочих мест. Всего в Казахстане насчитывается порядка 10 заповедных зон и 13 национальных парков. И все они находятся под особой охраной государства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после жесткой посадки Airbus A321 в поле в Раменском районе Подмосковья. По предварительной версии, в оба двигателя летевшего в Симферополь лайнера попали птицы. В результате произошло возгорание, и борт пришлось экстренно сажать. В Росавиации сообщили, самолет совершил аварийную посадку с убранными шасси. Перед приземлением экипаж выключил двигатели и провел эвакуацию пассажиров по надувным трапам. Между тем растет число пострадавших при ЧП. Оно уже достигло 10 человек, трое из них – дети. 6 полицейских получили ранения в результате перестрелки в американском штате Пенсильвания. Все пострадавшие доставлены в больницы. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Стрельба началась во время проведения операции сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками. Офицеры полиции прибыли на место, где находились наркоторговцы. Но они внезапно открыли огонь по стражам порядка. Один из нападавших сбежал, другого удалось задержать. Свыше 270 человек за последний месяц стали жертвами оползней и наводнений в Индии. От непогоды сильно пострадали 4 южных штата. Вода разрушила десятки жилых домов, затоплены дороги. Дождь смыл тысячи гектаров посевных культур. Спасатели эвакуировали местных жителей из опасных районов. По прогнозам синоптиков, сильные ливни в регионе прекратятся на следующей неделе. Только пассажиры с авиабилетами и документами, удостоверяющими личность, могут теперь попасть на территорию международного аэропорта Гонконга. Об этом сообщают СМИ. Такие меры безопасности были введены после того, как один из самых загруженных авиахабов мира вынужден был прервать свою работу на несколько дней из-за протестов горожан. Напомню, они не утихают. С июля поначалу протестующие выражали недовольство в связи с предлагаемыми изменениями в закон об экстрадиции на материковый Китай, но теперь они требуют отставки главы администрации Кэрри Лама. Между тем, аналитики подсчитывают ущерб, а гости выражают недовольство.
Почти вдвое увеличилось число детей, восстанавливающих свою речь после кохлеарной имплантации. Это хирургическая операция по вживлению электронного прибора, который помогает детям улавливать звуки. Все они проходят реабилитацию в специальном досуговом центре Алматы. Здесь они впервые услышали человеческую речь, но сами разговаривать пока не научились. С ними занимаются специалисты – сурдопедагог, логопед, хореограф и учителя музыки и изобразительного искусства. Они учат их понимать окружающих и развивают речь. Многие пациенты после прохождения курса адаптации идут учиться дальше в обычную школу. Сейчас его бесплатно посещают 80 детей. В 2018 году открыли центр адаптации, профилактики ЕЛНЗ. Основное его направление – это вот именно помощь детям, инвалидам с детства, у которых, значит, поврежденный слух, либо вот, ну, с детства уже с отсутствием слуха. Помимо этого еще проводится массаж, делается детям, то есть исходя уже из индивидуальных каких-то вот осложнений или потребностей вот того или иного ребенка. Основной приоритет отдается детям из многодетных, многодетных, малообеспеченных семей. В Шымкенте открыли отдел по делам молодежи. Его сотрудники трудоустраивают молодых людей, которые не работают и не учатся. Аналогов проекта в Казахстане нет. Подробности в нашем сюжете. Ильяс Икрамов по специальности биолог. Недавно он окончил вуз и теперь успешно применяет знания на практике. Молодой человек открыл собственный бизнес. Разводит калифорнийских червей, полезных для почвы. Их он размножает, а затем продает фермерам. Стартап-проект выиграл грант на конкурсе начинающих предпринимателей, участие в котором Ильяс принял по совету специалистов центра «Аутрич». Калифорнийские черви быстро размножаются. Их я продаю не только аграриям, но и рыбакам и птицеводам. С помощью червей я и сам произвожу дома биогумус. В новом центре намерены решить основные проблемы молодежи и подростков. Здесь готовы оказать им самую разную поддержку – от поиска сезонной работы до записи в творческие кружки. Уже сейчас в услугах специалистов «Аутрич» заинтересованы больше 2000 незанятых молодых людей. Наша задача – помочь молодым людям, которые не учатся и не занимаются саморазвитием. Есть и те, кто желает начать собственное дело, но не может из-за отсутствия денег. Им мы рассказываем о государственных программах и даем направление, по которому стоит двигаться. Особое внимание отдел по делам молодежи уделяет формированию здорового образа жизни. Поэтому в городе регулярно проводятся турниры по футболу, шахматам и другим видам спорта. Рауль Габитов, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент. В Талдыкургане прошла спартакиада по игре в Алтынсака. В ней приняли участие лучшие спортсмены из города и районов области. Кроме этого, девушки могли показать меткость в национальной игре без таз, а мужчины в игре в лянгу. Победители турнира получили путевки на республиканские соревнования. Победители спартакиады в сентябре отправятся в Ахтубе, где состоится большой фестиваль национальных видов спорта. Так что этот турнир можно считать отборочным. Надеемся, что наши ребята достойно выступят на предстоящих соревнованиях. На этом у меня все. Итоги дня мои коллеги подведут в вечерних выпусках новостей. Я с вами прощаюсь, а наш эфир продолжит. Прогноз погоды. До свидания.